Здравствуйте. 30 ноября, пятница, день Венеры, 23 луна, день с элементом дерева. День благоприятный для людей, родившихся вот лошади, овцы, обезьяны и курицы. Хорошо в этот день освещать статуи и изображения Будд, Бодхисаттв, Сахьюснов, учиться и постигать науку, открывать клад банки, строить дом, шить и кроить одежду, заказать обряд джинсырык, облагораживать дом, двор для общих дел и для окончательного решения вопросов. День неблагоприятный для людей, родившихся вот тигра и кролика. Не следует копать колодец, бурить скважину на воду, устраивать целепунгаде устроиться на работу, нанимать работников, также покупать скот. Отправляться в дорогу к плохим вестям. Стрижка волос к находке, повышение по службе. На Верхней Березке Цокчен Дуване с 9 часов утра пройдет хурал Цокчен. С 14 часов дня Гаунамша за усопших. Дуньхур Дугане Замбала. Деважн Дугане Очурбане Сунды. Делайте добро!